Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня я вам расскажу про заработок на ПП. И ПП в данном случае это не правильное питание, а партнерские программы. Но перед этим я приглашаю вас к себе в телеграм-канал, где выкладываю периодически прикольные мысли или какую-нибудь фигню, возможно, даже для вас интересную. Телеграм-канал по ссылочке в описании. Смотрите! Партнерские программы – это форма делового сотрудничества между продавцом и партнерами при продаже какого-либо товара или предоставлении услуг. Давайте я вам расскажу пример, и так будет проще понять. Компания продает карандаши. За каждую продажу они готовы платить по 50 рублей. Вы нашли способ дешевле, например, рекламу, где каждая продажа стоит 30 рублей. Вы продаете карандаши, и 20 рублей с каждого карандаша – ваши. Все еще непонятно? Тогда объясню так. Есть какое-нибудь онлайн-казино. Я зарегистрировалась в их партнерской программе, получила свою уникальную ссылку, скинула к себе в телеграм-канал, например, по этой ссылке 10 человек пополнили депозиты, и я за каждого человека уже в партнерской программе получила вознаграждение. Это вознаграждение может там варьироваться, например, от 100 до там, 10 тысяч рублей, утрированно. И, в принципе, все просто. Есть какой-то сайт, вы приводите туда людей и получаете за это деньги. То есть, по факту, вы можете работать рекламщиком, но при этом не работая нигде. Вы просто зарегистрировались на сайте партнерской программы и приступаете сразу к работе. Никаких начальников, никаких там вакансий, резюме и так далее. И есть два варианта, как вы можете приводить клиентов на сайт. Первый вариант – без вложений. Это заработок абсолютно без какого-либо риска, но при этом вы заработать можете не так много, как хотелось бы. И есть с вложениями. Рисков много, риск равноценен сумме, которую вы вкладываете, например, в рекламу, но при этом потолка по доходу нет. И хочу вам рассказать про два конкретных сайта, с которыми я работаю, и, возможно, вам это будет интересно, потому что это реально интересный вид заработка. Я бы даже назвала, например, для меня это пассив практически полный. И первый сайт – это Форекс-брокер Amarkets. Все вы знаете, я на нем торгую, я ему доверяю, считаю, что он сейчас в России один из лучших. С учетом того, сколько лет он уже держится на рынке, по-моему, 15, если я не ошибаюсь. Сейчас вот расскажу как раз-таки про свое сотрудничество с их партнерской программой. То есть вы могли заметить, что под каждым своим видео я оставляю ссылочку на данного брокера и даю вам еще скидку на торговлю, то есть скидку на комиссии. В принципе, вы могли заметить, что активной рекламой я не занимаюсь. Особо, блин, по Amarkets я, наверное, выложила там из разряда 10 видео за все время. И вот весь мой доход составил 4347 долларов. То есть сначала мне капало там по 200 долларов в месяц. И вот сейчас уже второй месяц подряд мне капает 1000 долларов в месяц. Я такая захожу, обновляю, такая, ого, прикольно. Ну, просто пассивчик, просто я ничего не делаю. Единственное, что я делала, это то, что мне писал менеджер. У каждого человека, то есть если вы захотите работать с их партнерской программой, ссылочку я, кстати, оставлю в описании, у каждого партнера есть персональный менеджер. И как раз-таки мне этот персональный менеджер периодически пишет, блин, давай разыграем бонусные карты. Если вы находитесь у меня в телеграм-канале, то вы видели подобный конкурс. Все, люди просто, я пишу, ребят, вам просто надо зарегистрироваться и верифицировать профиль. И у вас есть шанс выиграть бонусную карту. Что, по сути, сделала я? Просто кинула пост в свой телеграм-канал, и все, никаких вложений, ничего. Кстати, я забыла вам сказать, что про вот эти вот варианты без вложений с вложениями я вам чуть позже в этом видео расскажу, то есть какие варианты есть гнать трафик, а то вы скажете, что вот у тебя телеграм-канал, тебе легко говорить. Так вот, сегодня буквально мне писал менеджер, он предлагал перейти на другой тариф, также об этом сейчас расскажу. Я такая, блин, да каждый же из вас может зарегистрироваться просто на сайте, не знаю, там, позвонить своей маме, сказать, блин, тебе интересен трейдинг, закинь бабки, поторгуй. Вы просто будете получать деньги за то, что торгуют люди. Все, при этом вы этим людям можете еще предоставить скидку. Для людей выгодно то, что у них есть скидка на комиссии. Кстати, ссылочку на Форекс-брокера Amarkets я оставлю в описании, и у вас будет пожизненная скидка на комиссии. Вот. И вот в партнерской программе Amarkets у нас есть два варианта сотрудничества. Это агент и вебмастер. Сейчас про два расскажу, точнее про агента я смогу вам рассказать подробно, потому что я по нему работаю. На вебмастера мне только сегодня предложили перейти. Я думаю, может быть, попробовать, потому что мне мой личный менеджер сказал, что там у меня доход будет больше. Честно, я вообще... Честно, мне вообще пофиг, там капает это 1000 в месяц, но я хочу попробовать просто для опыта посмотреть, что это такое. Агент. Это просто когда люди зарегистрировались по вашей ссылке, они торгуют, и за каждый лот, на который они открываются, вы получаете процент. Все зависит от выбранного счета вашего партнера, так скажем. То есть в этой табличке вы можете прямо посмотреть, что, сколько примерно вы получаете, но я скажу так, что в среднем это 9-10 долларов за один лот. Скажу на примере. Вчера я открылась на 23 лота.
23, понимаете? То есть у меня была сделка на 10 лотов, на 10 и на 3. Это очень большой такой объем, и кто-то за меня мог получить там. И тут вы сами считайте, сколько мог получить человек, который бы позвал меня торговать у данного брокера. Просто там за то, что я сама по себе торгую, просто за то, что я на этом зарабатываю. Вот, даже как пример, сколько можно заработать. Если вы привлечете 10 человек, и каждый из них закинет по 1000 долларов, а на самом деле это не так много. То есть вам из разряда в месяц надо раз в 3 дня находить одного человека. Для того, чтобы раз в 3 дня находить одного человека, не так много усилий надо приложить. Тем более на примере всяких степанов мы поняли, сколько бабла у людей. И понимаете, и ваш доход будет просто 1000 долларов в месяц. То есть из разряда вы нашли там не 10 человек, а 20, не 20, а 30, и ваш доход постоянно пропорционально растет. В принципе, данный вид заработка можно рассмотреть как основной. То есть вы реально можете просто даже сейчас зарегистрироваться по ссылочке в описании в данной партнерской программе, просто посмотреть, почитать, вам позвонит менеджер, поговорить с менеджером, и может быть это то направление, которое действительно вам поможет как-то вот встать на вот этот вот заработок в интернете. Вам даже будет самим удобнее там трейдить, инвестировать, просто за счет того, что у вас будет вот такой вот пассивный доход. А менеджеры, кстати, здесь реально классные, там на Новый год мне 100 баксов подарили, прошлый менеджер, который у меня был в том году, когда у меня родилась дочка, там прислал подарок, ну то есть это прям реально классно. Вот, но это что касается данного тарифа. Тариф, с которым я работаю, просто что-то капает. И сейчас хочу сказать пару слов вот о том тарифе, на который мне советуют перейти менеджер, это вебмастер. Тут вам платится вознаграждение в 2 этапа. Это пока то, что я поняла, честно говоря, не очень разбираюсь, потому что для того, чтобы мне в этом разобраться, мне нужно это попробовать. Если агентом я уже там работаю год, так скажем, работаю, то здесь я еще не пробовала. Но, насколько я знаю, тут за одного приглашенного вами пользователя можно получить до 510 долларов, понимаете? И вот фишка в чем. Они платят за регистрацию. То есть в среднем это будет 10 долларов за каждого человека, кто зарегистрировался, прошел верификацию и там менеджеру по телефону подтвердил, что он добровольно зарегистрировался и так далее. Прикиньте, вы получите просто по 10 долларов, по 630 там рублей, просто за то, что вы сегодня позвоните 5 друзьям, а если 5 друзьям, это уже 3000 рублей, и скажете, блин, чувак, зарегайся по моей ссылке, поторгуй на демо-счете, может быть, тебе понравится. И если из этих там 5 человек хотя бы один пополнится на реальные деньги, вы получите еще вознаграждение, понимаете? Если да, тариф, где агент, где надо, чтобы люди пополняли, где надо, чтобы люди торговали, не так выгоден, то чем не выгоден тариф, где надо просто зарегистрироваться? Вам просто, блин, вы учитесь в школе, пришли одноклассникам, только совершеннолетним, естественно. Блин, братан, зарегистрируйся, посмотри, классный вообще вариант дохода. Все говорят сейчас про трейдинг, там, про крипту, а ты попробуй на демо-счете. Ты можешь не закидывать свои бабки, просто потренируйся, если у тебя получится на демо-счете. Блин, куча просто прогревов, если вам надо заработать на пиццу, так скажем. И как раз по этому тарифу я нашла еще вот такую табличку, но пока ничего по ней не поняла. Естественно, буду общаться сегодня-завтра с менеджером, чтобы он мне все поподробнее рассказал, потому что мне кажется, это прикольно. Прикиньте, вот я буду просто снимать видео в YouTube, бабах, 500 человек в месяц от меня зарегистрируются, это будет 5000 долларов просто потому, что я снимаю то, что я делаю, просто потому, что я торгую, а торгую я там очень часто. И как бы это, блин, прикольно. Как я понимаю, за каждого человека, если у вас общих депозитов более 2000 долларов у людей, за каждого человека вы можете получить по 500 долларов, помимо тех, что за каждую регистрацию вы получите по 10. По мне, так очень прикольная темка. И второй сайт, аналогичный, по бинаркам даже много говорить не буду. Pocket Option, ссылочку также оставлю в описании. Я работаю, опять же, вот от чистого оборота, получаю 4,7%. И если вы скажете, ай, блин, фигня какая, и если у вас есть аккаунт где-нибудь на Pocket Option, там, на любом, на Quotex, блин, на AlimTrade, на Binomo и так далее, вы просто зайдите в профиль, посмотрите, какой у вас торговый оборот, и посчитайте, сколько будет практически 5% от этого оборота. И также вот вы сейчас по моей ссылочке зарегистрируетесь, начнете лить туда трафик, я буду от вашего дохода получать 10%. По мне так очень сладко, очень классно и очень интересно. И теперь я хочу с вами перейти, мне кажется, к самой интересной теме, как же лить трафик, то есть как сделать так, чтобы люди от вас шли на эти сайты. Смотрите, платные варианты, все вообще просто. Таргет, рекламу блогеров, рекламу в телеге, пуш-трафик. То есть весь вообще трафик, который вы можете купить за деньги. Просто создаете какую-то автоворонку,
Например, автоворонкой может быть какой-нибудь телеграм-бот или телеграм-канал. Например, автоворонкой может служить какой-нибудь телеграм-бот. Но если хотите, я потом как-нибудь там двухчасовое видео запишу по всей этой теме. Она классная, но сейчас нет времени это все расписывать. И вы просто со всех вот этих ресурсов заливаете трафик в эту автоворонку, и дальше она уже сама конвертит вам как нужно. И самое интересное, это какие же у нас есть бесплатные источники трафика. Первое, звонок другу. Как бы банально это ни звучало, но у вас даже ВКонтакте, там в Инстаграме по 100, 200, 300 друзей, да выложите сторис, типа, эй, братан, здесь можно заработать, хотя бы попробуй поторговать на демо-счету. Ну, типа, кто-то, мне кажется, да зарегистрируется. TikTok, Reels, Shorts, бешеные инструменты, которые могут вам очень много бесплатного трафика пригнать. То есть также можно их гнать на какую-то автоворонку. YouTube, та же тема. Просто даже если вы там не эксперт в трейдинге, как пример я вам говорю. Садитесь каждый день, ставите перед собой камеру и говорите: «Эй, братва, я учусь зарабатывать, я пока там не трейдер-эксперт, давайте проходить вместе со мной весь этот путь там от новичка до профессионального трейдера». И просто снимаете свою ежедневную торговлю, сливы, торговлю на демо-счете, блин, разгоны, все, что вот у вас получается каждый день торговать, каждую свою сделочку снимаете, выкладываете и переливаете, но это вам должно нравиться. Вы можете бесплатно находить тематические чаты и спамить в личку, то есть... Чем вам не вариант вообще, как лить трафик? И Яндекс.Дзен, тоже прикольная тема, если вам нравится писать статьи, если вам нравится вся вот эта читательская тема, то рекомендую Яндекс.Дзен, он по сути как TikTok, Reels и Shorts, только он продвигает ваши статьи. И по сути у вас может 10 статей вы выложили, у вас ничего не выстрелило, а потом 11 там залетело на несколько миллионов просмотров. В принципе все, я надеюсь, что это видео вам понравилось, если это так, ставьте огромный палец вверх. Жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита. Всем пока-пока.